Всем большой привет! Вы на канале Интересные Идеи, с вами я, Ира, и сегодня у меня новое видео. Недавно у меня вышел шорт, в котором я собирала пенал на последний день триместра. В нем я говорила, что если под этим видео наберется 8 лайков, то я сниму длинное видео на эту тему. И вы набрали, знаете, сколько? 10 лайков, за что вам огромное спасибо. И сегодня я снимаю продолжение. Но перед началом этого видео попрошу вас поставить лайк, а также, кто еще не подписан, обязательно подписаться на мой канал. Ну а мы начинаем. Сегодня вместе с вами хочу собрать вот такой пенал на тему радуга. И в этом мне будет помогать Яндекс Алиса. Думаю, будет интересненько. Я выбрала всю радужную канцелярию. Как вы можете заметить, у меня есть красная, оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фиолетовая тема. А также цветные ручки тоже в цветах радуги. Я подготовила ручки в цветах радуги. Так как я в школу беру не по одной ручке, для начала мы выберем количество. А в этом нам поможет Яндекс Алиса. Алиса, выбери число от 1 до 7. 2. Хорошо, значит мы возьмем 2 ручки. А теперь нужно выбрать, из каких кучек мы будем выбирать вот эти самые 2 ручки. У нас их 7. Опять же просим Алису выбрать число. Алиса, выбери число от 1 до 7. Выпало число 2. Так, у нас вторая кучка, это оранжевый цвет. Первую кучку мы выбрали, теперь выбираем вторую. Алиса, выбери число от 1 до 6. Число 5. Число 5. Это у нас синий цвет. Вот он. Теперь выбираем из этих двух цветов по одной ручке. Первый будет оранжевый. Всего у нас 3 ручки, значит. Алиса, выбери число от 1 до 3. Выпало число 3. Ага, значит, мы берем вот такую ручку полосатую. Следующий синий цвет у нас также по 3 ручки. Алиса, выбери число от 1 до 3. Выпало число 3. Опять 3. О, кстати, у нас она стирающая и шариковая. Далее выбираем простые карандаши. А вот и карандаши, так я так же, как и ручки, беру с собой запасной, мы также будем выбирать 2 карандаша. Сначала выбираем, какого цвета у нас будут карандаши. Алиса, выбери число от 1 до 7. Выпало число 5. Это у нас голубой цвет. Здесь 2 карандашика. Теперь выбираем от 1 до 6. Алиса, выбери число от 1 до 6. Фиолетовый. Остальное убираем. Теперь выбираем из этих. Первый у нас голубой. Алиса, выбери число от 1 до 2. Выпало число 2. Получается вот такой карандаш. Теперь фиолетовый. Алиса, выбери число от 1 до 3. Число 3. Нам попадается вот такой с котиком. Выбираем линейки. Линейка мне нужна всего лишь одна. Алиса, выбери число от 1 до 7. Выпало число 4. Зеленая линейка. Убираем. Подошла очередь ластиков. Возьмем 2 ластика. Второй будет запасной. А то мало ли мне на уроке ластик выпрыгнет и устроит побег. Алиса, выбери число от 1 до 7. Число 6. Она выбрала синий ластик, желейка. Теперь выбираем второй. Алиса, выбери число от 1 до 6. Число 1. У нас выпал красный ластик, и он, кстати, еще надевашка. Далее у нас идут текстовые делители. Я беру всегда несколько текстовых делителей. Например, возьмем штучки 4. Алиса, выбери число от 1 до 7. 5. Число 5. Это у нас голубой.
Нам нужно выбрать еще 3 цвета. Выбери число от 1 до 6. 2. Оранжевый. Он у нас 1. Алиса, выбери число от 1 до 5. Число 1. Нам выпал красный текстовый делитель. Он у меня тоже, к сожалению, 1. И последний раз. Алиса, выбери число от 1 до 4. 4. Это у нас фиолетовый. Вот такие текстовые делители. Так как оранжевый и красный у меня по одному, мы их просто возьмем. А из вот этих двух цветов мы будем выбирать. Сначала фиолетовый. Их тут 3 штуки. Алиса, выбери число от 1 до 3. Выпало число 1. Нам попался вот такой вот маленький текстовый делитель фиолетового цвета. Теперь голубой. Алиса, выбери число от 1 до 2. 1. Нам попался текстовый делитель в виде карандашика. Еще с собой в школу я ношу цветные ручки. Ручки я, конечно, брать не буду, но я выберу 3 ручки разного цвета. А теперь Алиса определит, какие же цвета я все-таки возьму. Алиса, выбери число от 1 до 7. Выпало число 6. Это у нас получается синий. Вот. Алиса, выбери число от 1 до 6. 6. Фиолетовый. И последний раз. Алиса, выбери число от 1 до 5. Выпало число 5. И это голубой. Теперь Алиса нам выбирает из этих 3 цветов по одной ручке. Значит, синий, фиолетовый и голубой. Алиса, выбери число от 1 до 2. Число 2. Нам выпала вот такая блестящая ручка. Теперь выбираем из фиолетовых. Алиса, выбери число от 1 до 5. 2. Вот такая ручка. И последний голубой цвет. Алиса, выбери число от 1 до 2. Выпало число 1. Ручка с лапкой. Очень мило. Да, не очень какая-то радуга получилась. Алиса не выбрала ни одной канцелярии с желтым цветом. Из-за этого что-то не похоже на радугу. Алиса, ты любишь желтый цвет? Ха, да, а что? Так почему ты мне его не выбрала? Не захотела, а вы? А мы хотели. А что вам помешало? Ты. Ничего себе, я и не подумала. А теперь всю эту канцелярию мы складываем в пенал. Вот такое видео у нас сегодня получилось, где Яндекс Алиса помогла нам собрать вот такой радужный пенал. Ну и кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, также подписываемся на мой инстаграм. И всем пока-пока!